Так, ну что, идем к Унурату. Идем к Унурату. Так же, по-моему, называется. Унурату, да, все. Все верно. Прошли мы все-таки эту пещерку несчастную. Блин, было сложно там, было сложно. Так, это куда? Это в город надо. О, кукурузка. Кукурузка в стороны. Так, графоний здесь, конечно, четкий, но мне, я чувствую, уже не хватает. Нормальная видеокарта. Лара, если ты меня слышишь? Я тут. Мы ушли от Унурату. Мы в пещере неподалеку. У входа есть знак цапля и затмения. Иду к вам. Так, чё? Цапля и затмения? Да, оба, на это мы подберем. Понадобится. И это мы подберем. И это мы подберем. Палки нам для стрел нужны, если что. Так, куда теперь? Так, это что такое? Это что-то непонятное, но тоже подберем. Здорово же, поголик. Так. И вот эта пещерка. Ага, вот она, цапля нарисована. Вижу, вижу. Так, заходим. Что они тут делают вообще? Может, они нам помогут? Он у тебя? Мы попались. Унурату схватили. И у нас забрали ларец. Мы в курсе. Посмотри на план. Ее держат в тюрьме рядом со старым храмом. Хакан устроил налет, и он тоже пойман. Мы возьмем мост, ведущий к тюрьме. Это агрессивно. А если мне подняться, освободить ее и подать сигнал к атаке? Вариант. Эцли на разведке в верхнем квартале. Он тебя проведет. Я с ним поговорю. Как выведешь ее, мы тебя прикроем. Годится. Оружие и защита. Спасибо. Лара. Я ее спасу. Да, братан, не ссы, нормально все будет. Так, так, так. У нас есть новая маска, симпатично. А, нас вообще переодели в костюм. Ну ладно, у нас получается новый костюм есть. Так, куда мне идти-то? Ты правда в это веришь? Великий Синчичика ищет. Нет, не сюда. Или может просто выйти надо? Ну давайте попробуем выйти. Это значит, в этой пещерке у нас сопротивление обитает, да? Так, да что такое? Давайте карту просто откроем и посмотрим. Ага, мне нужно, получается, через мост. А мне ж надо незаметно пройти как-то. А, еще Нампилович. Извини, извини, я не хотел. Так, вот он этот мост. Так, по нему как-то можно незаметно забраться? А вон, ну я вижу, вот они уступы есть. Нет, нету. Угу. Что тогда еще можно сделать? Я думаю, надо на ту сторону перейти. Все-таки. Так, что-то блестит. Давай, покопаем. Кстати, у нас нож до сих пор из лопасти, который с самолета. Прокляты. Да, братан, понимаю. Я за тебя, не ссы. Так, так. Так, я своего. Четко, ле, прошел. Будь осторожна, Ахау. Мы подавили мятеж, но мятежники еще остались.
Ты в опасности. Я уверена, что справлюсь с любым мятежником. Ха, неплохо. Им не устоять против нас. Но они сражались как демоны. Они сражаются за выживание. Так, все, заходим. Блин, ну и по стенкам лазить не надо. Просто зашли и все. Сколько же здесь трупов? А вы хоть бы убирали их. Столько павших солдат. Мятежников больше, чем сектантов. Хачебану чекин топиконоп. Ченхумпел бателилу чхельби шунахе. Бейшан индугур. Миннану нуколов, малов. Етель мишуц канцани лоби. Цокили ухец тантике. Бейли кун учуло. Хачуахелум бинтон уцил уаминан кукулкантик вигналоне? Кукулканты люнуйнуйлини, блин. Непонятный язык у них. Так. Главное здесь не ввязываться в драку. Так, туда иду. Блин, чуваки, ну не могу я вас спасти. Блин, а? Ну, я отомщу по-любому. Так, средний, изучите древний диалект, чтобы расшифровать. Не пойму, что это за диалект. Так, ну, так, не поймешь, тогда уходи. Так, идем дальше. У нас есть четкая цель. Так, она вообще там будет жива? Она ж ранена была. Так, это у нас новый базовый лагерь. Хорошо. Это значит, у нас есть сохранение. Блин, это получается как... Оба-на, пацан, ты что тут делаешь? Лара, ты как настоящий змеиный страж. Я узнал кодовую фразу, чтобы попасть в тюрьму, где держат маму. Невинные глаза сомкнутся на рассвете, когда сгинет слабость. Поняла. Мы ее вызвали. Есть еще кое-что. Хакана схватили. Для восстания нам нужны все воины. И он папа моей подруги Каяры. Все понятно. Если его убьют... Я понял. Еще надо папу подруги его спасти. Так, у нас прямо тюрьма, да? Ну ладно. Лишь достойные сведущие могут попасть в священные земли. Невинные глаза сомкнутся на рассвете, когда сгинет слабость. Проходи. Да, спасибо. Так, дверь полуоткрытая. Тут какая-то мода на эти круглые двери. Нету нормальных обычных. Долго вы еще собираетесь изображать восставший народ? Пока не победим, и ты не будешь нам угрожать. Амару, вспомни, кто ты такой. Я один из вас. Да. Ты поэтому меня арестовал? Если б мой брат был жив, мир его праху. Да, он назвал бы весь наш спор тратой времени. Идем домой. А я дома? Это мой дом! Унурату, только представь, как расцветет Пайтити, если солнце взойдет над миром, где нет внешних опасностей. Разве ты не опасен? Преобразить мир! Мы все творим судьбу. Мы сила, все вместе. Все, что я делал, было ради Пайтити. Все! Он был раздроблен, я объединил его! Только я понимаю, что нам угрожает. Ты то есть, то тебя нет. Как будто жить здесь не обязательно. Да. Я жил во внешнем мире и знаю теперь, чего нам ожидать. И с каждым днем это все ближе. Пайтити не переживет этого вторжения. Все, что для нас важно, они отберут или разрушат. Ну так нужно бороться вместе, как того хочет наш народ. Воскресив солнце? Пойми, это спасет Пайтити всего лишь на мгновение. Но потом...
Это не защитит нас от обнаружения, от вторжения. Нам просто придет конец. Нет! Нет, нам нужно быть храбрыми, решительными. Помоги мне. Мне нужен твой ум, твоя стойкость в моем мире. Мире под пятой ордена Кукулькан. Или точнее Тринити. Если тебе нужна власть, забирай. Только помоги мне защитить Пайтити сейчас, и тогда... Да пожалуйста, правь им, как тебе будет угодно. Я отдам тебе трон. Я сделаю это. Нет. Я найду ларец и воскрешу солнце. Оно будет тебе судьей. Почему ты такого мнения обо мне? Взять ее. Назад в камеру. Ты можешь меня отослать, но я не предам наш народ. Нет, ты просто подведешь их. Ларец пропал. Миссионер Андрес Лопес украл его 400 лет назад. Положила жизнь на поиски не в том месте. Уходи. Блин, в смысле 400 лет назад? Я не понял. Как так-то? Где он теперь? В какой части света? Так, а влево этот чувак, вправо. Мне нужно, значит, вправо. Так, нормально, нормально. Инфы мы довольно-таки много подслушали. Ну, кстати, я отчасти этого мужика понимаю. Он-то имеет в виду то, что их заметят. Типа, придет цивилизация, Леона, рано или поздно. Я знаю, где она. Я пойду за ней. Хорошо, мы идем. Да, тогда, в Синоте. Это все предвестники. Скоро начнется землетрясение, нужно спешить. Да, мы спасем Унурату и вместе отыщем ларец. Да, в смысле ларец? Его тут нету. Так, ей, это надо. Так. Ого, куда мне надо бежать? Ну ладно. Так, чё, а ты, чувак, мне дашь пройти или нет? Извини, сюда нельзя. Почему? Давай, говори там, солнце, слабость, закроется, там чё-то. Ладно. Пойду ножками тогда в другую сторону. Вот так вот. Ой, блин, я что-то я засмотрелся на этот красивый костюмчик. И, короче, все. Ой, как хорошо, что опять лезть куда-то далеко не надо. Да, а что? В смысле? Сейчас я никуда не засматривался. Блин, вот у меня всегда так. На одном каком-то глупом месте я начинаю тупить. И все. Вот просто. А,
здесь, наверное, опять мышкой надо, типа, крутануть. Ну, сейчас попробуем. Ну, давай, спускайся. Или, может, посильнее стоит? Ой-ой-ой, хорошо, да. Надо было, наверное, просто посильнее разогнаться. Блин, тут еще и все обрывается. Ну, хорош. Ага. Повезло. Да, повезло. Так, или куда? Или мне вниз надо, я не пойму. Походу вниз все-таки. А куда тут? Что? Ну там я не зацеплюсь нигде. А, раз. Так, тихо. Так, ладно. Да, попробуем вот так вот. А, да, походу все-таки. Прыжок. Ой, успел, далеко прыгнул. Так, да зачем? Прыгать не надо. Здесь ползти надо. Давай. Ой. Так. Блин, чуть не спалили. Так, оба-на. Ранец картографа. Содержит сведения о местонахождении гробниц, сундуков и тайников. Ну, давайте подберем, что нет-то. Так, отлично, у нас много всякой всячины открылись. Так, теперь мне надо вперед. А, вот все, я вижу. Так, куда мне? Вот сюда надо. Так, какой-то обелиск. И найден лагерь. Где лагерь? Угу. Так, это у нас что, перышки? Нет, это у нас... А, это перышки. Только кондора у нас. Так, еще одна какая-то изучалка непонятная. Какой здесь язык уже нужен? Кечуанский язык. Ага. Блин, сколько здесь языков? Дно едва видно. Надеюсь, оно вообще есть. Да, в смысле едва видно. Вон, ну, все нормально там. Так, и чё мне? А, вот, прыгать вижу. Так, здесь походу вниз, да, спускаемся на веревочке. Все, мы на дне. Наверное, эта пещера появилась благодаря подземной реке. Блин, опять вода. Что ж вы будете делать? Любите так эту воду? Так, это мы ломаем.
Так, главное, чтобы сейчас никакой ловушки не было у нас. Потому что видимость тут так себе. Наверху что-то вырезано. Так, вырезан череп, я вижу, и какой-то там сундучок. Так, это мы подбираем, а оба-на, еще одна блестячка, тоже копаем. Что тут, золото? Так, 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 и как мы тут заберемся? Вот сюда вот, да, похоже? Ага, отвесная скала опять. Да не надо прыгать, здесь ползти еще надо. Давай, ножками упирайся. Так, спуск по веревке. Так, тихо. Раскачиваемся теперь. Оба-на! Все. Так, что это у нас? Это у нас какой-то рычаг. Да, он нам нужен вроде. Или нет? Или да? Что-то непонятно. По ту сторону что-то есть. Ну, ворота у нас открылись. И вода пошла. Неправильно. Что неправильно? Так, вода, стой. Все, отлично, вода остановилась. Так и куда мне, я не пойму. Туда или туда?